Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами обзор на вкусное домино. Качественные игрушки из дерева. 28 деревянных фишек. Плюс 3. Покупала его в Вайлдберрисе. Здесь даже штрих-код их есть. А точная цена будет в описании. Это вот так она выглядит. Тут варианты игры. Целых 2 варианта. И давайте же с вами откроем и посмотрим, что же у нас там такое внутри. Так. Угу. Вот так выглядит. Честно говоря, я думаю, хоть может быть вот эти будут упакованные. Кстати, смотрите, они довольно большие и очень качественные. Очень красиво выполнены. Даже деревом запахло. Смотрите, какие классные. Все видно, ничего не сливается. Такой аромат. Так, давайте сейчас я их пересчитаю и с вами продолжим. Так их 28. Все верно, 28 деталек, потому что те товары, которые у нас в Вайлдберрис, к сожалению, очень часто бывает, что не хватает чего-то, либо что-то не то внутри, либо они некрасиво выглядят. Короче, что-то вот всегда есть. Кстати, здесь очень классная упаковка, очень хорошая коробочка, которую вот именно можно сложить и убрать на полочку, то есть, ну, в коробочке удобно очень. У меня вообще все игрушки лежат по коробочкам, мне это очень нравится. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Малинки, слива, лимончики. Все, кстати, очень качественные, хорошие. Красиво очень выглядят, видно, что это какая-то там частичка дерева, не знаю, фанера это или что. Вот здесь немножко полосочка. В принципе, могли бы перевернуть. Ну, видимо, там штампуется, наверное. Так, апельсинчик, да? Ежевика, по-моему. Вот это. Пустая вот одна. Здесь яблочко такое. Очень красивое. Здесь пустая. Одна вот темненькая немножко. Очень красивые фактуры дерева, такие они прям очень классные. Пахнет, кстати, кислый такой какой-то немножко запах, аромат. Здесь тоже вот темная. Малинка я вижу. В принципе, кстати, не так много разнообразий. Но я думаю, что они как раз здесь должны быть все. Я вижу и пустых здесь довольно много. Вот. И плюс, кстати, они довольно большие, вот они, на всю ладонь. То есть, в принципе, как играют обычно, вот так, да, у нас играют. Целиком апельсинчики, кто-нибудь положит вот так, следующий кладет так, да. Тут можно самой, если заняться нечем, можно и самой играть. Дальше там так пошло, и ребенку будет интересно, ребенку, ну, должно быть интересно играть в такое домино. Это очень интересно. И заодно можно изучать все эти ягодки. Да, и все такое. Такой был у нас с вами обзор. Я надеюсь, то, что он вам понравился. Они действительно очень такие, смотрите, красивые. Прочные довольно. Фактуры дерева. Те, кто любит именно с фактуры дерева, это вот как раз для вас. Здесь потемнее тоже, смотрите, прям классно. Хорошая игрушка. Мне очень-очень понравилась. И, конечно, я счастлива, что все фигурки на месте. На сегодня это все. Вот такой у нас с вами был необыкновенный обзор детской игрушки. Обязательно подписывайтесь,
с колокольчиком, чтобы не пропустить новый ролик, который выйдет уже завтра. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все это я делаю для вас, только для вас. Также смотрите другие обзоры на технику, на продукты из магазина Fix Price, Победа, Светофор, обзоры на игрушки. Там отдельный плейлист даже есть. Влоги, которые выходят у нас каждый день. Живопись, кулинария, фоны. Очень много всего интересного на моем канале. Обязательно подписывайтесь. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!